запустили волонтерский штаб у нас на территории округа работает. Работает горячая линия, телефон 422-13. Ежедневно, без выходных, с 9 утра и до 8 вечера мы принимаем звонки от пожилых людей старше 65 лет, которые находятся на изоляции. То есть нам пожилой человек звонит и говорит, какая у него острая необходимость, продукты питания, какие-то медикаменты, либо оплата услуг ЖКХ, вынос мусора вплоть до этого. Мы моментально обрабатываем заявку. Вот буквально сейчас мы тоже вышли с ребятами на обработку одной такой заявок. Нам позвонила женщина, у нее острая необходимость в медикаментах, и попросила получить ей несколько масок. Мы маски получили, сейчас отправляемся в аптеку и идем уже к этой женщине.